Бой у нас диаспятся. Ядерный рассвет снова заряд ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем раздавать люлей в Speed Most Wanted, поэтому садитесь поудобнее, берите ништяки и делайте громче. Будет жарко. Мы уже едем. Итак, напомню, что в прошлой серии мы таки надрали номер 7. А это значит, что мы можем ехать за своим новым ведерком по имени Aston Martin DB9. Там, по-моему, еще 911 Car Race должна открыться. Насколько я помню. Угу. 911 Car Race. Бля, DB9, сука, дорогой. Блять, насколько же он крут. Ёбаный V12 под капотом. Или что у него там? Ну точно, ну явно не просто 4 цилиндра, как у Развалюшина. Что вообще есть под него интересного? Не, все хуйня. А вот тюнячки, это уже другой вопрос. Шестьдесят 9000, блядь. 81. Хватит ли нам на турбо хотя бы? 106 900, сука! Бать, конечно, его раскладывает. Дай-ка попробуем его в паре гоночек. Чё там по паре? 4 штуки. Надо, всё хуйня. А вот его ведёрко. Всем пиздам. Так, дайте-ка посмотрим вообще по гонкам. Сколько, кстати, стоит гонка у Минга? 12? Бля, ну давайте попробуем. Заодно и опробуем Aston Martin в деле. Ебать, он обороты быстро набирает. Двести на переключении с третьей на четвертую. Ребят, он ебенно быстрый. Че он охуенно стабилен на трассе. Я так думаю, что детали подвески и прочее бы. Короче, поебота даст нам еще большую стабильность, потому что у него очень тяжелый перед. Не, ну
Блять, реально, раздавать на нем просто царский кайф. Конечно, с ним надо совладать. И опять-таки научиться на нем проходить повороты. Но с другой стороны, это полный привод, он сильно стабильнее того же Развалюша. Здесь уже пошли ведра с приводом на обе оси. Ебануться. Он, в принципе, ведет себя как Форд Мустанг. Он хорош тем, что неебенно быстр. Но рулится он отвратно. Почему я так раньше его любил? На трассе ему вообще равных нет. А пошло все в попу. У попу. Дайте-ка попробуем на нем заехать от ментов. Сейчас. Объект серебристый Aston Martin. Скорость выше ограничения. Он делает меня как щенка. Прошу 10.85. Срочно. Вас поняли. Дельта 28. Есть свободная машина, направляю к вам. Разгоняй самолет. Есть 300. Но только как та поебня на колесиках меня догоняет, я что-то не понял. Можете рассчитывать на меня, я рядом. Сам он не остановится. Нарушитель въехал на поле для гольфа. Нарушитель оторвался. Я его не вижу. Прием. Ебать, дебилы. Внимание. Начинаем поиск. Объект скрылся. Последний раз код 6 следовал назад через авиацию Кемден. Принято решение оцепить район. Уточните координаты точки. Оставайтесь на связи. Разгоняется она, конечно, злостно. Гнать на ней одно удовольствие, на самом деле. Вас внимание, прекращайте погоню. Последние данные о нарушителе на. Но вот сцепа ей катастрофически пока не хватает. Дай-ка я все-таки покрашу. Ну, а теперь порядок. Еще разок. Еще разок. Нет, погоди. Объект зеленый Aston Martin. Скорость выше допустимой и растет. Хотя я вообще стою на месте. Обры ебаные. Блять, это самый скоростной уход от погони. Нет, стой, стой, минутку. Объект зеленый Aston Martin. Нападение на экипаж. Объект пытается скрыться. 1087, код 3. Да, 104 выполняется. Кажется, я его знаю. Код 3. Я не могу остановить его. Вызывай дополнительные машины. Принято. Чарли 12. Едешь, что там нет? Есть свободная машина, направляю к вам. Только что видел объект, иду за ним.
меня серьезная проблема. Наши машины не приспособлены для такого. Ебать, он, конечно, гребет. Чарли 12. Проверка связи. Доложите обстановку. По-прежнему преследую водителя. Код 3. Кажется, это надолго. Попробую прижать его к обочине. Ладно, кончаем с этим. Вызывайте сюда всех, кого только можно. Придется применить суровые меры. Попался. Я его сделал. Сейчас я ему покажу. Прием. Удачи. Продолжаем преследование. Сейчас, наверное, попробуем набить таки четвертый статус. Видимость нулевая. Будем искать. Перестраиваемся для прочесывания. Куда он делся, не пойму. Внимание, прикрытие. Попасли. Диспетчер, вижу нарушителя. Пытается уйти. Ну и куда-то погнал. Дюбел, блядь. Ага, попался. Подозреваемый найден. Поехали, уже буду вас на автовокзале дрочить. Далеко. Организуйте прочесывание квадрата патрульными. Обнаружен объект. Ага, вот он. Код 3. Он на 10.42. Попался. Блять, тачка обладает сумасшедшей инерцией. Опс. Все к нему! Быстро! Он на автовокзале. Нарушитель скрылся. Следую в прежнем направлении. Я снова у него на хвосте. Удалось найти его. Предыдущий сигнал отменить. Короче, ждем. Пока можно просто побазарить. Я наконец-то выставил тачку как хотел. Все. Надеюсь, что эти огры не скинут. Мне этот самый, как его, подкрепление. Потом просто жди. Ну, иногда, конечно, приглядываем за тылами, чтобы никто не въехал. Внимание! Поступила информация, что код... Ага, вот он, код 3! Оба! Ну, статус погони 3! Продолжай хайпить! А, GTO подъехали, уже полиция штата подключилась. Контакт потерян. Ждите. Внимание всем. В момент потери контакта код 6 двигался назад по Риверсайд Драйв. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы оцепления. Уточните координаты точки и... Вижу нарушителя. Все ко мне. Ох ты ж мать твою, это было больно. Парк. И нету.
Нахуй ты отъехал, дебил. Сейчас так и будут туда-сюда выкатываться. Сука, какие же они тупые, блядь. Дорогу я его подрежу. Пропустите меня. Не, ну ты ля на него, а? Мы в вашем распоряжении. Блядь. Сейчас опять подъедет. Заполним счетчик. Сука. Блядь. Ну, добить подъехал, меня не видно. Заполняет отрыв до половины. Хуяк, выкатился, меня увидел, обратно едет. Блядский ты запорожец, конечно. Сука, я же закашлялся со смеху. Блядь. Сука, пиздец. О, какой-то пари закрыл. А. Оба. 15 огров. Так, теперь надо присматривать за тылами, чтобы сзади никто не впрыгнул. Хуйня внеземная, так и будет кататься. Контакт потерян, ждите. Я засек его, продолжаем игру. Сука. Вот так и будет туда-сюда кататься. Чего я уже даже заскучал, зевать начал. Кстати, ни одного дополнительного орка не приехало, заметьте. Сейчас он самоотпиздится, я чувствую. Хуяк, пари готово. Ну, здорово. Черт, блядь. Ну, будь туда-сюда ездить, я вообще хуй понял. Блядский ты рот. Туда-сюда. Блядь, самому не заебалось так вперед-назад кататься, или как на игрушечной машинке? Чё там сейчас четвертый статус был? А, все, можно ехать. Свидетель сообщает, что объект ехал на север. Ага, вот он, вот три. Хуяк, касание. Объект устроил ДТП. Бля, интересно, как эта штука их пиздит. Всем внимание, притормозили. Все готовы? Сейчас попробуем кое-что. Я планирую догнать и заблокировать его. Результат сообщу. Отбой. Ебать. Да блядский же ты запорожец, сука, эти бревна еще ебучие. Осторожно, мы только что столкнулись с объектом. Экипажи преследования. Внимание, впереди туннель. Временно я не смогу вести наблюдение. 2-4, всем. Мы стоим в заграждении. Следите за скоростью. А, не показалось. Может, кстати, сейчас попробовать заминтовать, как следует. Короче, ладно, выполняем пари и съёбываемся. В рот оно и... В рот ему кирпич. Выносит, конечно, его знатно. Но это, опять-таки, следствие того, что у нас неправильная резина. Мы его ещё возьмём.
Попробую перекрыть ему дорогу. Прием. Блять, в движок неудобно бить. Все-таки в задницу надо веселее. КМЧ, ебаться. Телевизор. Нарушитель прорвался. Главный три на связи. Сторон заграждения. Гоните его на нас. Блять, ну на такой скорости нереально адекватно реагировать на обстановку. Пачку. Сосим. Сосим. Ладно, давим дальше. Идиоты. Кстати говоря, погоня длится уже 12 минут, а я что-то нихуяшеньки ее не чувствую. Может, то, что у меня наконец подходящая тачка, которая может спокойно лупить 250, при этом абсолютно не напрягаясь. Перевернул. Так, еще четверых пометить. Четыре заграды, из них хотя бы один должен быть шпастом. И три заграда нам еще. Диспетчер, здесь срочно надо ликвидировать затор на дороге. Наш объект натворил дел. Продолжаем вперчивать. Заграды, а их нет. Ладно, топим дальше, посмотрим, что нам покажет вся система. Если мне удастся нагнать его, я его приторможу. Пока что отбой. Блять, колесо все-таки проколол. Меня что, пронесло? Сейчас он у меня получит на первое число. Не могу подобраться к нему.
меня толкает. Я чё, на тебя смотреть должен, блядь? Как на золотой пизды ребенка. Последняя заград, после чего можно будет слегка скинуть хвоста орков и съябывать. Все. Так, маленькая пауза. Все? Да хуй там, продолжаем. Там продолжаем. 15 минут мы уже, кстати, откатали. Придется загородить ему дорогу. Главное, его надо нагнать. Внимание! При подходе к заграждению держитесь обочин. По центру 1067. Объект прорвался. Няня, в пизду. Я что-то заколебался с ними раскатывать. Сейчас поднимем бабосика. Объект вернулся на автовокзал. Повторяю, на автовокзал. Ушел. Давайте разыщем его. Блять, вертушка. Последний раз код 6 следовал на восток по 99-му. Только ее не хватало. Указанный район будет оцеплен. Код 6 не отменен. Сука. Ага, вот он. Код 3. Я один. Прошу поддержки. Подождите 2 минуты. Блять, и там заград, и тут заград, да ёбаный ж ты нахуй. На, пёс. Он обошёл шипы. Он врезался, осторожнее. Хуй. Мне его не объехать, слишком быстро всё. Так, и теперь в топочку до ближайшего кружка. Внимание всем. В последний раз объект ехал на восток, мимо Diamond Park. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. 400 тонн рейса. Ждите дальнейших указаний. Ну, блядь, не кисло. Диспетчер, это 2-4. Высылайте 10-8-5. Я один в районе. Думаю, он затаился. Давайте-ка объявим отбой. Посмотрим, что будет. Действительно, объявились уже отбой. Ну-ка, что там по паре? О, 400 тонн. 6 минут. 60 рейд. 7 минут. 80 рейд. 5 нарушений. 60 рейд. Что, блядь? Нет, блядь, вы это видели?
Понял дым, наверное. Ты мне тоже. Пока. О, кто, блядь, вылез из своей норы? Кто, блядь, вышел на связь? Сам сержант Кросс, собственной персоной. Ну да похуй. Дрочил его с копами, мы, наверное, устроим все-таки в следующей серии. Пока спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого, ребятки.